не получился. Ну а теперь Юрий Жирков, третья попытка. Не меняют ногу. Или руку раздающего, ногу раздающего. Жирков. Подача на ближнюю штангу. Подбор за Головиным. Опять вездесущий Головин, он везде. И вот он с мячом. Подача на дальнюю штангу. Момент! Удар! И гол! 1-0! Юрий Косицкий открывает счет! Ударом головой! Центральный полузащитник, а то место, которое в стартовом составе было под вопросом, забивает один из самых главных голов в своей карьере! Первый гол чемпионата мира случился! Это подача! Прекрасная подача Александра Головина! Замечательный навес на дальнюю штангу! Ну и далее удар Газинский. Вот это подскользнулся игрок Саудовской Аравии. Но это не так важно в данной ситуации. Намного важнее, как исполнил подачу Головин и как правильно, просто сыграл.